хорошо, то я говорю. Самолет. Ну и слава Богу. За збитий пасажирський літак вже взяв на себе так званий міністр оборони ДНР Ігор Стрілков. Збили самоліт, група мінера Заєнакєва упав. Російські найманці викрили всю дипломатичну пошту, яку перевозив цей рейс. Сьогодні там вже працюють і представники Донбасу, Донецька. Виглядає так, наче злочинців залишили контролювати місце злочину. Що ми одержали фотографії запуску, ми знаємо траєкторію, ми знаємо звідки випустили ракету, знаємо. Я была в кухне своей летней, послышала грохот, выскочила на улицу, уже смотрю это самое, кусок, говорят, люди с пятиэтажки повыскакивали, подумали, что бомбят, и все повыскакивали с пятиэтажек на улицу, оказалось, это пролетел самолет. Когда он пролетел, отсюда была весь улица, видно было черный дым на Грабовском повороте. И девочка вот тут лежала, но я видела, как она летела сверху. Вот так, летела, крутилась, упала в соседке у моей Полины во дворе. Придел глазами, она упала. Ну, чем мы такое пережили, что это ужас. Она целый месяц, у нее нервная система была нарушена, у Полины Ализаренко. Передач, люди до сих пор не могут успокоиться после этого, что случилось. Обиду, какой-то страх, и просто невыносимо, что бедные погибли люди. За что? Непонятно. До сих пор никто ничего не может понять, что случилось. Мы дня три лежали, мы просили мэра, приедьте, заберите. Представьте, дожди, трупы разлаживаются, они тут очень долго лежали, не могли почему-то забрать. А почему, я не знаю. Ну потом уже мы настояли, начали ругаться, ну сколько ж мы будем, нам страшно было вообще выходить на улицу. А ну представьте, в окно лежит, и там вот даже место девочка лежала. А вот тут именно у соседей мальчик. Я с папой поехала тогда на работу к нему, он забрать что-то хотел. И я увидела кресло, там была женщина с ребенком. Да, с ребенком. Вот он, вот она, болванка. Вот а дети игрались вот здесь. Вот здесь игрались дети. Кто из вас игрался, кто-то игрался тут? А нет, ну, вот это тут мы... смотрите. Дедушка прямо вот здесь сделал шаг, возле него упал кусок. Вот я бы не полетела, потому что боюсь тоже, как вот эти невинные люди, упасть с неба. Поле там бомбили? Ну да. А там я уже осколки дедушка нашел. Ну там зарыли, там кассета застряла в земле, там ее зарыли. О, я его храню. Вот он. Бабушка была и два друга внуков. Мы здесь находились. И потом начало падать с неба. Что-то летит. А моя бабушка сильно зрячая. А я трошки слеповатый. Вот. Но она вот-вот летит, она не слышит. А я говорю, давай текайте сюда. А тут уже падает. Я открываю погреб, и мы все сюда. Заскочили сюда в погреб. Все сюда заскочили. Вот. А потом, когда все утихло, вот, мы вышли,
И вот эта детоля там за дорогой лежала. У нас дома не было. Мы ехали по полю с больницы. У мужа брат. И мы его с больницы забирали. Ну и ехали, сюда приехали, остановились, а там что-то, короче, летело. Тут уже все. Летело, свист какой-то. Думали, что нас уже бомбят. Ну, я что-то делала во дворе и пошла в сторону туалета. Ну и без внимания, у меня там и кабачки, и картошка, и все на свете. Меня аж переколотило. И до речи пропало, даже сказать ничего не могла. Думаю, ну... А потом, когда уже отсюда вынесли, уже потом, уже... Тут я не поняла, что это ребенок, а уже перед двором, когда положили, он вот эту шмайку с лица сняли, а то дитё было, лет 15 мальчик. И тут он дня два, наверное, тут перед накрыли двором его. Лежал. Просто да, нет. Накрыли, дня два, наверное, лежал. Там осколки валялись, там кусок от крыла лежал. Вот там вот большой. Вот там вещи валялись, а там все остальное.